Всем привет! Не так давно я делал видео про достижение Супербоя Прайма. В этом же видео мы поговорим про его версию из будущего. Его зовут Таймтрэппер, или же у нас временной охотник. Мы разберемся, кто он такой, что он делал и что он умеет. Пойдем мы в хронологическом порядке. Так, по сути, тут он впервые упоминается. Установил временной барьер для Легиона. Вот здесь он впервые появился, силуэт в капюшоне снизу чуть правее центра. Вот тут он снова появляется, то в фиолетовом, то в белом. Таймтрэппер теперь величайшая угроза Легиона. Контролирует гравитацию. Очень часто он появляется или как упоминание, или же наблюдается со стороны на происходящее. Дает этой женщине песочные часы, которые могут так сильно омолодить, что превратят тебя в слайм. Превращает легион в детей, чтобы они стали слаймом. Возвращает легионера в прежнее состояние. Сделал временной барьер, который не позволяет Супсу попасть назад в 1970-й. Неплохой боец, с кулаком ломает столб. Не чувствует удара этого легионера. Спокойно бьет и одной рукой спокойно швыряет его. Без проблем раскидывает легион в рукопашную. В бой вступает Кларк, и Трэппору удается наносить урон даже по нему. Кларк говорит, что Трэппор силен как он, а может и сильнее. Заканчивается все тем, что Кларк ударяет по часам охотника и ломает их, а сам охотник исчезает куда-то. Мелькает в кризисе на бесконечных землях. Запомнили этот момент. Имеет разных слуг, которые могут выдавать себя за него, избавляется от одного такого. Превращает какого-то чувака в скелет. Поглотил легионера куда-то. Когда его рискнули ударить, он испарился и перенес легионера в какое-то место. Подходим к арке с докризисным супербоем. Так как произошел кризис на бесконечных землях, приключения супербоя, молодого супермена, обнулились. И в посткризисной вселенной, по сути, был только взрослый супермен. Но охотнику это было невыгодно. Он как повелитель времени перенес приключения до кризисного супербоя в свою карманную вселенную, а также сделал так, чтобы легион супергероев при путешествии в прошлое прилетали именно в карманную вселенную Трэппера. То есть он выдернул таймлайн супербоя из докризисной вселенной, спас его от уничтожения во время кризиса на бесконечных землях. Бесконечный человек решил помериться с охотником размером, но тот через несколько мгновений сам держит его в руке, насмехаясь. Так вот, одна из его фейковых личностей – это Глорит. Она поглощает его и получает часть сил. Даже на время накидывает на себя его мантию. Вторая его личность – это Рок Крин. Происходит это во время нулевого часа. Делаем огромный шаг вперед. Умеет стирать из истории, правда не Супермена. Вытаскивает Прайма из таймстрима в 31 век. Является Праймом из будущего. Ну, то есть к нему идут все достижения Супербоя Прайма, ровно до их встречи лицом к лицу в арке Легион Трех Миров. Выживает после атаки нескольких супергероев. А теперь его слова. После готов перемещения по мультивселенной во времени, ты превратил Супербоя Прайма в аномалию, которая не может быть стерта, во временного охотника. А здесь его история подходит к концу. По всей видимости, Прайм уничтожил Трэппера, и, судя по новым комиксам, никогда им уже не станет. В итоге, персонаж получился настолько загадочным, что разобраться в нем было трудно. Список комиксов найдете в описании. Понравился ли вам данный персонаж? Пишите в комментариях. Всем пока!